Сэм, а что у тебя с приемником? Я отвезу ее сегодня. Что? Она подружка этого качка, пусть на трассе кого-нибудь ловит. Да ее дома километров 15, это мой шанс, ты ведь не против, правда? Конечно, посадим ее назад, я буду молчать. Назад посадим? Передний я уже... Майлз, ты совсем обалдел, вылезай из машины. Это против правил. Каких правил? Друзей на телок не меняй. Я тебя умоляю, вылезай из машины, слышишь? Ты не можешь так поступить. Вылезай из машины, живо. Вы не из-за меня поссорились? Точно? Если ты на меня запрыгнешь, я тебя отвезу. В том смысле, я могу тебя отвезти, если ты не против. Вылезай. Так это... Даже не верится, что я так попала. Если хочешь, можешь пригнуться, я не обижусь. О, нет, не в том смысле, что я с тобой еду. Я имела в виду, в такую ситуацию попала. Хотя мне на них везет. Не знаю, наверное, мне нравятся красавчики, у которых накачанный пресс, большие мускулы. Мускулы? Знаешь, а я пару примочек тут сделал. Там фонарик прицепил, а тут зеркальный шар. Луч фонаря от него отражается. А. Да. А ты к нам давно пришел? Ты у нас новенький? О, нет. Мы с тобой с первого класса в одной школе. Правда? Да. Нет. Так бывает. И что, мы на одни уроки ходим? Да. А на какие? История. Словесность, математика, еще... Сэм. Сэм, да. Сэм Уиткики. Уитки. Ты уж прости, да. Пожалуйста, я не... Да ерунда. Я тебя не узнала тоже. Да, это понятно, какую-то секунду. Нет. Давай. Прости, я еще не совсем так разобрался. Этот приемник, он, ну типа, очень старый приемник. О, Боже. Ты только не подумай, я не... Не выключается. Насчет этой песни «Ляжем вместе» и все такое. Это чистой воды романтика. А я с тобой даже не пытаюсь. Ну, не то, чтобы ты не стоило того, чтобы попытаться. Я твой друг, но не в романтическом смысле. Только романтики так делают. Но я, в общем-то, совсем не такой. В том смысле, я мог бы, если бы я... Открой капот. Дурак. Заткнись. О, классный коллектор. Двойная турбина с электронным контролем давления. Весьма впечатляет, Сэм. Турбина? Топливо впрыскивается так, чтобы машина ехала быстрее. О. Я хочу быстрее. Похоже, крышка распределителя немножко разболталась. Да? Откуда ты знаешь? От отца. Он обожал копаться в машинах и меня всему научил. Я могу все разобрать и собрать обратно. Вот уж не думал, что ты автомеханик. Обалдеть. Я особо не распространяюсь. Парням не нравится, что я знаю о машинах больше них. Особенно Тренту. О. Он очень злится. Да нет, а мне нормально. Ну, что у меня женщина в движке копается. А мне это даже нравится. Ну что, попробуешь завести? О, да, конечно. Спасибо. Я вот о чем подумал. Если Трент такой козел, чего ты с ним гуляешь? Знаешь что, я лучше дальше пешком пойду. Удачи с машиной. Пока. Ну ладно. Пешком полезно, да? Ну нет. Давай, заводись. Я тебя умоляю, пожалуйста. Он ведь сейчас уйдет. Давай. Приехали. Спасибо за то, что ты меня выслушал. Не за что. Думаешь, что я пустышка? Да? Что ты пустышка? Нет. Все далеко не так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд. С тобой.
Ясно. Да. Ладно, до встречи в школе. Хорошо. Дебила. Надо же было такое ляпнуть. Все не так просто с тобой, тупица. О, боже. Я обожаю.